магии. Да, 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 наверху. Давай, плюсанешь. Я знаю, что... Что по делу? Вниз не спускаемся только. Задумчик, есть у тебя шарды? Шкаф поставь, пожалуйста. В логово ты пишемся, да? Да, 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 логово Синдергос. Так, рыба стоит. Кушаем. Не, блядь, слишком напряженный вик. Потом же ЦЛК и рэп. Нормально, ёпт. У меня уж башка кипит, нахуй, от рейд. А сердце вешаем? Да, конечно. Сейчас на мосс увешай. Пикните. Сейчас спал в маске. Так, фулл баф дали. Чек на готовность, баф проверили. Еще времени на пару траев шансов. Давай, может, сегодня без лича синдром убьем и без лича. Ну это пиздец просто, я, блядь, не выдержу, наверное. Чек на готовность. Слишком дохуя рейду все. Мосс. Все готовы. Спускаемся. Кушаем штрудели, хилы захиливаем. Бежали. Вы чувствуете, как трепещите, смертные, ибо ваша шал здесь, ваша воздушная фаза. Никто не уцелеет. Финка, Ванзая, Холи Бэйби, Мангиал, бьет, вышли. Справа близко. По центру чуть-чуть правее. Вбиваем глыбу справа. Справа. Разбили глыбы.
теперь бессильна! Сейчас. Живу. Отбежали. Противник отбегаем. Трепещите! Вы чувствуете, как ледяная ладонь смерти сжимает сердце? Здесь ваше вторжение и огонь! Воздушная фаза. Никто не уцелеет! Шарти, Моса, Финков, Холи Бэйба, Шансунг вышли. Справа далеко. Справа. По центру. Может, разобью. Левую аккуратно, не разбейте. Справа. Стопнули по глыбам, стопнули. Блять! Разбили глыбы. Трепещите, смертные, ибо ваша жалкая магия теперь бессильна. Бежали. Хил рейда, быстро. Маршок, много стаков. Финка умер. Финка умер? Да. Лопасос бернишь. Бэйр. Воздушная фаза. Пробафали Финку. Медвей, Финка, хожу налево, Шансунг, Мангиал. Финка! Финка, выбегай быстрее. Шансунг, по командуй. Я в глыбе. Блять, микстурка, по командуй. За глыбами прячемся, подбиваем. Справа от центра чуть. Центр лишний близко. Лишний дымак не ловим. Вот эти глыбы раньше времени не... Слева, близко. Разбили. Добиваем глыбы. Разбили быстрее. Дай гимноману. Маршок гимноману. Холи Бэйба налево. Налево, налево звезду. Разбили глыбу. РДД играет чисто по боссу. Задум на центр. Кто-нибудь сейчас прятаться будем. Прямо быстрее. За глыбу. Да это, блядь. Не разбей тебя. Царь обезьян на центр. В центр ушли. На центр, блядь. Спрятались. Алиса, дай прожимку. Разбили глыбу. На ком-то метка. Медвей. Налево ушел. Разбили глыбу.
Сбрасывать так и не забываем. Бокрус на центр. Алису за хил. Финка налево. Финка налево. Яра не было, медвай. Я видел. Разбили глыбу. Убиваю тос на центр. Дима, прожимку. Даю. Спрятались. Вонзай налево. Сейчас эту глыбу разбиваем, потом выносим. Даем, дадим Геру. Будем вливаться в пацан. Разбили глыбу, быстрее. Бокрус налево, остаешься налево. Все бьют босса, Геру дали. Шарпи налево. Выходи. Добили. Свободно. Микстурыч ГЦ, всем спасибо. Сейчас, сука, блядь, Талик. Блядь, что за бой? Убили. Сделал, да, Микстурыч? Да, да, да. Вот. Даже еще и босса побить успел немножко. Пойдите, разруливаем. Из тех, у кого нету, нужна эта шейка? Нет. Не нужна. Так, разводник, крыса, смерти маг говорит, оперативнее. Воин, охотник, шаман. Сейчас я перезайду. Так, давайте налича. Задум, давай налича. Шкаф оставишь. Давай, 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 давай. Там в боссе штука лежит прикольно. Я бы забрал. А, осколок. Ты говори, я ж не видел. До встречи. Да, 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 да. Давай, задумчик, давай, налича. Шкаф поставь мне, налича. На ФК. Да я кинул Машу пати, мне нужно, чтобы задум шкаф поставил, ёпта. Задум там стоит возле Синдры. Пошел. Тут человек первый раз на лече. Да, это Маш. О, блядь. Шо, подменят меня, нет? Как его? На лича приди и шкаф поставь. Так, где? Есть у кого накладки на ноги, на танк стоповый? Прям сейчас в рейде. Ты бок уже не забудь там или кому там числить, кто там лево. В смысле?
Моссов кота. Нихуя себе. Ты пишешь. Всем спасибо за рейд, удачи. Счастливо. Да, удачи. Только не ливай спать. Давай, пока. Последний Маша. Лок. Маша здесь? Угу, вижу. Сунун, принимай. Маша здесь. Паску держи. Так, рыбу ставлю, пробав дали. Соответственно, ребят, такая же тактика, как и была на Личе, но, соответственно, стоим первая фаза в печеньке. Соответственно, на ком, как его, болезнь отбегает в трусам. С вас ее диспелят, соответственно, этот, как его, подбегаете обратно в рейд. Все это на эти, произношу, выбежит. Далее. Переводим босса на перифазу, соответственно. Отходим вот сюда, на... Соответственно, уков танку никто не подходит. Далее. Будет с нас появляться духи. Духов играем, ловит их вебинар, соответственно, духов играем, как... Бьем одного, появляется следующий, вливаемся в нового духа. Старого кливаем. Здесь понятно. Так делаем постоянно. Далее, переходка на вторую фазу. Становимся все в центр. Духа, перед духом никто не бежит. На перифазе от лича будут лететь беленькие шарики в нас, в рейд. В одного и рандомного. Если в одного человека, соответственно, рандомного из рейда, если... Он подбежит достаточно близко, он взорвется и откинет нахрен вас отсюда. С этой платформы. Соответственно, это вайп. На этих... Давай, Шинцунг, посидишь. Угу. На шариках. Если что, этот, царь, поможешь. Да, мой фюрер. Далее. Соответственно, на второй фазе. Идем под жопу босса. Локов а магов. Я на ком? Ты на лече. Так, дальше, соответственно, как его? Идем под жопу босса. Под жопу босса идем, дух, если живой, играем в духа. Надеюсь, понятно, духа надо слить. Далее, на второй фазе будет осквернение и будет три валькирии. Три валькирии будет хватать рандомных людей в рейде. Соответственно, они будут их идти, точнее, хватают, и тащить их будет к краю платформы. Соответственно, если мы не сольем, потеряем этих трех людей. Не умрут, но резнутся на центре. Бернуть, если что, можно. Дальше. Осквернение. Соответственно. А, так. Не помню, какие. Печенька, ромбик, трусы вроде. Войд. На валькириях. Соответственно, печенька. Хожу налево, точечный стан. Убиванту с трусам, я ромбику. Медвей, соответственно. Даем сначала обычные станы, потом эти гнева небес пойдут. После стана. Надеюсь, понятно, запомнили метки. Дальше. Будет вешаться также на рандомного человека, может даже на МТ, на любого. Может повеситься осквернение. Перед осквернением за 5 секунд я буду вам говорить, что будет... готовимся осквернение. Вы должны отбежать в РНЖ друг от друга, где-то в РНЖ 5, чтобы можно было отбежать от человека, на которого вешается осквернение. Отбегаете, вот где звезда, или к трону, или к порталу. На центре вас не должно стоять. Соответственно, к порталу на противоположной стороне. Далее. Ни в коем случае вы не должны бежать перед, как его? Валькирия. Полетом валькирии. Соответственно. Надеюсь, понятно. Все, еще на не второе... осквернение. Просто пешком бежите, не прыгайте.
Да, со сквернения выбегаете. Не надо прыгать. Дальше. Соответственно, доводим его до 40% хп, начинается вторая перифаза. Бегаем на лед. Все то же самое, как на перифазе делаем. Соответственно, перед лицом духов на перифазе не стоим, потому что они дают и дают сало. Здесь также понятно. Далее, переходка на третью фазу. Танк ловит, ставит его на одну сторону. Соответственно, поворачивает жопой к обрыву. Вы должны встать за спину лича. ОТшник будет разряжать духов, которых будет вызывать лич. Соответственно, что мы делаем? Бьем сначала на третьей фазе лича под жопой босса. Дальше. Лич вызывает, вызывает духов. Духи будут летать сначала на том центре, где он их вызвал. В этот момент танк перебегает на противоположную сторону. Также его ставит лича. Остальные бегут по бочкам, соответственно, в рейнже 5 метров друг от друга, потому что этот, как его, вешается осквернение. Также будет на рандомного человека в рейде. Вы должны с этого осквернения быстро выбежать. Соответственно, под жопу босса лича вы не должны осквернением бежать. Сразу не перебегаем. Пока осквернение не удалось, вы за жопу лича не забегаете. Далее, встаем, осквернение разлилось, встаем за спину босса, соответственно, чтобы духи летели в одну точку. Чтобы не разбегались, чтобы танк там не прыгал, не бегал с одной стороны в другую этой платформы, не разбивал духов. Потому что духи могут шотнуть. Здесь понятно. Соответственно, все то же самое делаем. Духов вызывает, бежали. Все это вам будет анонсироваться, главное слушайте. Далее, на третьей фазе будет на рандомного человека еще босс, как его, кидать в комнату. Если это ДД или РДД, вам надо убить моба, но перед этим сбить ему каст. Надеюсь, понятно. Если вы сдохнете в комнате, босс увеличится, соответственно, может шотнуть танков, может шотнуть рейд. Далее, если это хил, соответственно, вам надо сбить каст и захилить моба. Запомнили, надеюсь. Присты сбивают шаклом. Присты сбивают шаклом, циклон, там, конус и тому подобное. А чума кидается? Вопрос. Чума только на первой фазе. Чума кидается только на первой фазе. А чем ее диспелить или болезнь снимать? Болезнь. Все, я понял. Я про диспелю, не беспокойтесь. Ваша задача хилить. Ок. Так, чек на готовность. Рыба стояла, рыбу в рыбе вроде все поели. Сайт, чего не хватает? У меня банки хотел. Закончились, которые в начале рейда давали. Какие? На фласка? На СПД. На обмен кинь звезде. Спасибо. Так, еще раз чек на готовность. Все готовы? Вой, ты на трэш. Все, все готовы, завожу. Неужели вышли наконец зеленые силы сына? Мне бросить ледяную скорбь и сжаться на твою милость, Фордлинг. Мы даруем тебе быструю смерть, Артас. Более быструю, чем ты заслуживаешь за то, что замучил и погубил десятки тысяч душ. Ты пройдешь через эти мучения сам. Будешь молить о пощаде, но я не буду слушать. Твои отчаянные крики послужат доказательством моей безграничной. Я оставлю тебя в живых, чтобы ты увидел финал. Не могу допустить, чтобы величайший служитель света пропустил рождение моего мира. Я решила подарить.
вообще-то это может быть таким участием. Смоса. Эль-Рей. Второй шаркай. Лопасос. Чулопасос. Переходная фаза на край. Бьем духа. Дайте гимн кто-то. Финка, дай гимн на ману. Даю. Агро духов. Угу. Я слагала, сори. Так, переходная фаза. На центр. Перед лицом группы не бежим. Прохил рейда. Духа доливаем. Под жопу босса. Под жопу лича все. Валькирия, готовимся. Эйнар прохил. Раздали станы. Бьем по валькириям, быстрее. Осквернение, 5 секунд, разбежались. От цели на пути не стоим, на микстурке, отошли. Для Дим, ну ёб твою мать. Ромбик не разбиваем. Веру может. Выпрыгивай. Выбегай сразу, Геру дали. Выходи. Угу. За спину босса. Скринение 5 секунд. Секунда. На ложке. Отошли. Играем по валькириям. Трусы. Стан трусам дать. Быстрее. Где там другая? Осквернение 5 секунд. Отбежали от плеча. На царь обезьян. Отошли. Под жопу босса быстрее. По валькам играем. Станы раздали паладину. Вернее, 5 секунд. Нжу набрали.
На вожке, отошли. Валькирия, осквернение, 5 секунд. Станы раздали, отошли. На ком-то, блядь. На Эльрея, отошли от Эльрея. Бьем. В печеньке кто сказал? Я, Финга. Да он выбежит из лужи, нормально. Выбегай сразу. РДД добили печеньку. Сразу беги. Отошел. Быстро, быстро, быстро вышел. Вышел, вышел, вышел. Вышел. Угу, отлично. Ворон ХП крик. Осквернение 5 секунд. На шарпе, отошли от шарпе. Быстрее. По жопу босса. Играем чисто по боссу. Чисто по боссу, веди к краю. За валькириями. Играем в босса, не по валькириям. Блять, в печеньку утопите или... Да, все, 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 уходим, уходим. На край, все на край. Мастер аур отдал, прожимку дай. Шансон читаю на ману. Забирай духа, бьем. Еще один на ману через 5 секунд. Это темп дам. Чалла не могу забрать. По-новому играем уже. Дал тотем? Нет. Жду гимн. Давай, Цай, дай гимн на ману. Даю. Давай, давай, давай. Тем. Стоим, курим. Главное, на ледяные сферы не бегите. Добили ледяные сферы, быстро. Отлично, стоим здесь на краю. Жатва душ, готовимся. Комната сейчас будет. Шарпи. Шарпи прохил. Быстро захил Шарпи. На фул. Духи, побежали. Не сбегайте столько сразу. Рей, бежи. Рей, бежи. Сразу не сбегаемся, не надо подбегать боссу, пока нет осквернения. Осквернение 5 секунд. Пока осквернение разлилось, на моссе. Отошли от мосса. За босса, бегом. Бьем. Байда прохил. Побежали. Если он не убьет, готовьтесь ловить лича в бабли, блядь. Паладины. 5 секунд. 2 секунды осквернения, готовимся. В РНЖ бежим. Нахожу налево. Отошли быстро. За босса. Че, ты убил? Да. Войда, войда, бай. Маша, БР, войда. Шансунга прохил. Все, бэрнули, отлично, вставай. Пробафали, пробафали его, побежали. Аккуратно в РНЖ побежали. Уже секунду. Вернее, 2 секунды, быстрее. Дайте что-то по мане. Сейчас дадут. Ну, блядь, где? Осквернение готовим, блядь, осквернение. Желательно жить. Нету, что ли, блядь? Нету осквернения за босса. Сейчас может в любую секунду скинуть, это баф. Если скинет, значит, блять, вайпнемся. Бьем. Да, следующее будет скоро. После побежали. Духов оскорнения. После духов оскорнения, в РНЖ бежим. Все норм. На шарпе отошли. Отошли от шарпе, отошли от шарпе, бегу. Че добивайте. За жопу бежим.
Жата душ сейчас будет. Не будет. А он шо, хуя? Шансунга прохил. Да все он уже это. Все, ГЦшки у вас. Че это он, блядь, на меня сегодня взъелся? Только не вставайте, то по незнанию. Никто не встает. Вообще-то нельзя встать. Держу в курсе. Баршок, тут 25 герапот. Турбо, ты тут? Когда я увидел, как тут работает лич после смерти, у меня просто рука-лицо было. Мне нравилось его после дивана. Не-не, именно здесь, на пиратке. Да, ну, в принципе, нормально работает. Есть тут парочку неровностей, но это херня. Слава богу, что мы со второго полу, блядь, а то как тогда сидели, свой дом потели, это просто пиздец был. Вообще-то с первого убили. Мы с первого полу убили. А, это с первого, да, синдром нам. Это синдром со второго, все, у меня просто уж крыша едет на самом деле. Бабла нету, да, на пинка? Класса нету, этого нету, задума, наверное, начислить. Вот. Пацаны, говорит, дайте байк на замену, да? А, молодцы. Не, ну чё, много позаходило, многим закрыли. Это хорошо. Финка, у тебя и Варшок у вас за закрыт, нет? А-а. Нет, ни разу что там не было. Я твой охранитель и Фаленра. Давай, он пишет бабл ниже, в роме сидит в Дисе. Сынка качает. А, все вижу. Ну я начал, значит, он. Так, отдуть лучше. А у тебя не лучше, Мосс? Паладин, жрец, чернокнижник. Кресты. Так. Я не знаю, я ломаю. Угу. Так, ну, по очереди получаете. А, так, еще один, да, соответственно. Значит, Финка также получили. Так, клятва хранитель. Так, Мосс АГЦ.